И среди звезд я ясно слышу, среди звенящей переливом пустоты, среди зеркальных отражений вижу прекрасных линий росчерки твои. Среди листвы, среди раскинутых деревьев, среди кромешной темноты, среди счастливых всех моих мгновений, один лишь ты, один лишь ты. Прежде всего, перед тем, как начать работу, я, честно говоря, это все происходит каким-то магическим способом. Вот. Всевышний дает какой-то образ, который, так скажем, воспитывается, взращивается в течение неизвестного мне периода времени. Это всегда может быть неделя, может быть месяц, может быть два месяца. Я хожу, что-то слушаю, что-то смотрю, запитываюсь какими-то идеями. И потом, рано или поздно, я сажусь, и вдруг мне хочется написать вот такое вот слово. Я просто беру его и пишу. Либо это, например, какое-то конкретное слово, как слово «сабр», например, или слово «альхоп», «альхуб». Вот. Либо это какая-то абстракция, просто которая наполнена вот каким-то содержанием, каким-то смыслом, но не является каким-то конкретным словом. Но глядя на нее, я понимаю, что это именно то, что я хотел в данный момент выразить, то, что вот накопилось за весь этот период. Вот. Иногда бывает так, что да, то есть само слово меня впечатлит, например, там слово «хадж» или слово какое-нибудь, я не знаю, «мухмин», там, тот же сабр или еще что-нибудь. Я просто беру, сажусь как бы и пишу это слово. Примерно как-то так рождаются все работы. Ударом сердца каждый вдох, подъемом, все дальше, выше и сильней, когда за радостью пылающим фантомом твой след чертил мне полосу грядущих дней. Стремящийся вперед, сгорающий в пределе и вновь перерожденный, будь. Нам прошлое ветрами будущего пело. У нас с тобой один и тот же путь. Я как-то чувствую, мне кажется, себя своего рода проводником, потому что, когда я пишу слово, я не думаю, то есть как бы я не стараюсь показать буквами вот содержание вот этого слова, не стараюсь, например, слово «сабр», «терпение», когда я пишу его, я не думаю, что вот именно вот такое вот. Нет, они просто рисуются, а потом, во-первых, я на них смотрю и думаю, что да, это то. И самое главное, люди потом смотрят и думают, что да-да-да, вот это вот, мы вот думаем, что вот «сабр» именно вот как-то так он воспринимается. Я просто делаю, и это находит отклик. И, наверное, это справедливо, потому что если ты являешься своего рода проводником, не вправе брать на себя чувство, что это сделал, это вот моя связь со Всевышним, это я делаю Всевышним, вот так мне. Нет, то есть ты проводишь все. Ты провел, ты сделал, ты пошел дальше. Ты там не принимаешь там вот прямо вот так вот всю похвалу, там, которую тебе дают и так далее. Это не твое. Вообще, я сам родился и вырос в городе Пермь. Город достаточно серый, унылый, печальный, мрачноватый. Там практически не бывает солнца, там всегда тучи, там всегда дождь, там хвойные дремучие леса, суровые люди. И, собственно, когда я рос, про ислам я не слышал ровным счетом вообще ничего. Когда мне было лет 9-10, тогда еще не было интернетов. Ну, они наверняка были, но у меня не было компьютера. Были такие телефонные справочники. Для того, чтобы как-то позвонить, надо было открыть книгу, полистать там, по рубрикатору посмотреть, найти. Я не знаю, по какой причине вот Всевышний дал мне это. Я просто открыл этот справочник, нашел телефон мечети и позвонил в мечеть, сказал, что я хочу прийти к вам. И когда мы пришли в мечеть, это было как раз, ну, там, не знаю, начало 90-х, может быть, там 95-й год, 94-й, там как раз приехали турки.
И вот, собственно, турки, и я попал на них, они обучали меня исламу, рассказали мне основы. Я научился читать намаз, выучил суры, необходимые для чтения намаза, получил какие-то базовые знания. Потом лет в 13, может быть, 14-16, я, честно говоря, вот эти временные промежутки не помню, но это было такое, была такая подростковая жизнь. Я как-то немножко отошел от практики и вернулся к практике уже, получается, а так вот осознанно лет ну, 25-27, наверное. Возможно, я бы мог это сделать раньше, если бы я жил там, говорю, в той же Казани, потому что у нас в городе нет, не было окружения вообще мусульман. Опять-таки, возвращаясь к вопросу о Всевышнем и о каллиграфии, Всевышний как бы через каллиграфию меня вот привел, альхамдулля, туда, где я есть сейчас. Вот. Не столько память, сколько эхо, хранимое среди камней, подобно путнику проехав, изрезав полотно степей. Мы пробудимся вновь по третьему призыву, ответив прошлому беспрекословно «да». И все, что связывало с этим уже прежним миром, рассеется без дыма и следа. Стихи такие же, как каллиграфия. То есть я специально их не пишу, специально не сижу, не думаю. Какое-то время я даже думал, почему бы и нет. Может, просто сесть и специально начать думать, какое бы стихотворение написать, там, на какую-нибудь тему, там, переживания или еще что-то. Так никогда не получается. То есть просто, например, была жара, пошел дождь, там гром гремит, там град, вот это вот. И ты еще на улице, и ты понимаешь, что себя просто перекрывает всего, переполняет, и ты просто сразу же строчки пишутся в голове. Ты, если есть возможность, я их записываю. Если нет возможности, как бы я их не записываю, стихотворение не получается, не рождается. Вот. И я подумал, что почему бы и нет, все их просто в стол записывать. Просто создал паблик и выкладываю каждый раз на эти стихотворения. До этого это все было в живом журнале еще давно. Вот. Потом я перенес это в паблик, и они что-то копятся там потихоньку. Нет-нет, да, там раз в год там я вернусь к этому паблику, отмотаю назад что-нибудь, начинаю читать и думаю, вообще не понимаю, что как бы я мог это написать, а во-вторых, мне нравится. То есть я читаю, думаю, блин, прикольные строки, то есть как-то так здорово получилось. Вот. Да, и с той же каллиграфией, например, когда делаешь какую-то работу, либо рождается текст, либо рождается какое-то стихотворение, которое вот именно свойственно вот этой работе. Это чаще всего относится к каким-то абстрактным работам, потому что абстрактная работа как квинтэссенция всех вот этих вот переживаний, которые нельзя выразить в слове, но тебе хочется какой-то образ, что-то как-то реализовать, его проявить. Ты его делаешь, пишешь стихотворение, выкладываешь работу и выкладываешь стих. Эта работа, кстати, одна из моих любимых. Я назвал ее Хаши, хотя на самом деле из того, что я сейчас сказал, здесь есть только буква Ха. Больше здесь нет ничего, то есть здесь Ха, Ба, Ра и Син. То есть это была такая абстрактная работа, но она мне настолько полюбилась, наверное, за счет того, что я перегнал ее вектор и стал добавлять какие-то эффекты глубины. То есть сейчас я уже вижу там много косяков в ней, но тем не менее, вот одна из моих любимых работ. Эта работа называется, я назвал «Пилигрим», потому что здесь написано «Хадж». Я ее тоже перегнал в вектор, зазеркалил, и получил своего рода как бы лицо. Тоже мне очень нравится эта работа. Это Аллах. Тоже как-то нарисовалось, я подумал, не думал в этот момент о правилах написания или еще о чем-то, просто вот рука так легла. Люди смотрят, говорят, что очень похоже на перышко, что-то такое легкое.
Тоже одна из первых работ любимых. Очень много, например, зависит от того, какой это человек, честный человек, искренний человек, богобоязненный человек и так далее. Это все видно в хате. Но это видно профессионалам, это видно хаттатам, то есть они это видят. И, насколько я знаю, и джазу, то есть разрешение, или, так скажем, диплом, да, по каллиграфии, раньше, мне кажется, что у настоящих хаттатов и сейчас тоже не давали человеку, если он не обладал определенными внутренними духовными качествами, то есть он должен быть там, не знаю, должен быть богобоязненным, должен быть скромным, он должен быть там ответственным и так далее, и так далее, и так далее. Если человек прекрасно писал хат, делал красивые с точки зрения общества логотипы, делал красивые с точки зрения общества композиции, он мог спокойно не получить степень хаттата от настоящего учителя, потому что тот мог посчитать и видеть, как и любой другой учитель, что этот человек недостоин иметь звание хаттата, что он не готов иметь звание хаттата, что его хат не настоящий, не искренний, что его хат своего рода фальшивка и подделка, что он делает хат для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы заработать на этом деньги. А хат нужно делать, мне кажется, своего рода поклонение, возможно. Ну, это громко, конечно, но хат — это больше, чем просто красивые работы. Поэтому я не называю себя как бы там прям каллиграфом в полноценном смысле этого слова. Я просто как бы художник, не знаю. Художника сложно назвать. Тут тоже вот из советов бы, если, например, дать какой-то совет начинающим каллиграфам, арабским, мусульманам, то старайтесь делать то, что принесет вам пользу еще в вечности. Что жизнь пройдет быстро, заказчики уходят и приходят, а награда Всевышнего, она бесценна. Поэтому тут можно, на мой взгляд, вполне совмещать приятное с полезным. Ну, вот, в принципе, как бы вот это, наверное, самая лучшая работа, которая получилась. То есть, например, если бы я выбирал там, какую работу оставить, если бы я писал слово «подвиг», я бы оставил, наверное, вот эту. И как раз-таки аргументировал бы это лично для себя тем, что подвиг, он вот такой. Он не яркий, он не пластичный такой, он вот какой-то жизненный, впечатанный, как и вот эта работа, как вот этот эффект вот этот вот. Она какая-то не, она не глянцевая, то есть как собственно, и подвиг, да, он такой, он не кричит о себе, он не вычурный, не в красивых одеждах, он тихий, спокойный, как бы, но при этом значимый и сильный, то есть как-то так вот. Когда я зверем загнанным сквозь время зову, и ветер мой, любимец перемен, ответным вдохом возвращает в небо эхо, встречая птиц, сливая воедино цвет и тень, и слово во главе, и сердце, вращаясь, танцы вместе порождают звук. Не знать, но верить, и кружась среди этих терций, нам суждено это до срока, мой любимый друг.